Дня через три мне уже там никакие. Да? Так, можно, надо отсыпаться, надо еще что-то делать. Вот. То есть совершенно не то будет. Но это неправильно. У человека, я считаю, нет деления на жаворонков и сов. Это просто искусственно, ну, так, подстроил свой там ритм под это. Но это не значит, что он правильный. Я был и жаворонком, я был и совой, и вот стараюсь все-таки это. Стараюсь, чтобы правильно описываться ритм. Я завожу будильник на iPad, допустим, грубо говоря, 7:15. Встаю чуть раньше, выключаю его и дальше сплю. То есть нет мотивации еще должно для того, чтобы это. Но я стремлюсь к этому. Понимаете? Вот такие вещи бывают, значит, интересные, да? Значит, распорядок дня. Очень важная вещь, особенно если человек болеет, у него функциональная активность органов понижена, ему надо изыскивать все резервы, все какие-то силы для того, чтобы стать сильнее и преодолеть всю эту его немощь. Поэтому здесь распорядок дня очень и очень будет своевременным. И наконец-таки перейдем к питанию. Вот питание я поставил на последнее место, Некоторые его ставят на первое место, другие там еще как-то там. Но тем не менее, смотрите, что тут у нас получается с питанием. Ну, в первую очередь, каждый организм биологически приспособлен для переваривания определенного пищи. То есть каждое животное, оно занимает свою какую-то нишу, да, в природе. Вот смотрите, я смотрел с любовью и неблагодарностью. Я смотрел про заповедники, и там, значит, ну, заповедник Масаи и Мара. Там идут, допустим, буйволы, они там что-то там съедают в верхушке. Потом идут какие-то там антилопы, они съедают то, что те не съели, ниже. И потом еще что-то идет, вообще там это самое, вырастает под землю. То есть каждое это даже в траве способно. Естественно, у них свой желудочно-кишечный тракт. У травоядных он гораздо там длиннее. У них там могут быть два или там три желудка. И в конце концов, я думаю, а, ну, допустим, носороги, там, бегемоты, там, слоны, они огромные, да, буйволы. А что они это? А мясо ж не едят, думаю. Как же так получается? А такие огромные, что на одной траве? Они съедают огромное количество травы, которая поступает в один желудок, и в этом желудке, значит, на этой траве начинают, как на субстрате, размножаться бактерии. Они размножились, то есть, ну, как своеобразный там планктон, да, вот кит тоже, что он, ну, это, ничего крупного не ест, это планктон, там еще что-то такое. Вот, и, а вот этот, эти бактерии, получается, это самый полноценный и живой белок, самый главный. И потом дальше в следующий желудочек они его протолкнули и, грубо говоря, уже съели белковую пищу, не растительную. Им растительно нужно для того, как субстрат, на котором размножатся вот эти микробы. Размножили, съели и нормально. И тогда они такие большие. Хищники, естественно, им не нужно вот этот механизм. У них пищеварительный тракт меньше. У нас что-то там среднее, грубо говоря, между хищниками и травоядными, и в зависимости от места проживания, это очень большое оказывает значение. Почему? Потому что, вот смотрите, Московская область, вот эта площадь, Московская область, здесь, где мы живем, определенный климат, определенные растения,
определенная энергетика, все здесь. И любое там растение, там животное, даже, которое поедает эти растения, оно является частью этой. Потому что воду пьет она отсюда, дышит воздухом отсюда, пищу потребляет отсюда, она частица. И когда человек, живя здесь, он все это использует, он становится частицей, и сам климат, само условия местности, они ему не вредят. А тут, когда мы питаемся вот всем, чем угодно, но не с места своего проживания, получается, мы чужды этому месту, и поэтому вышли то простыли, то еще что-нибудь с нами, то еще там такое. То есть стараться, чтобы питание было максимально приближено к этому. И причем, знаете что, вот говорят, вот, есть сыроедение, есть вегетарианство и так далее там. Я этим делом пробовал заниматься и могу сказать, что да, это имеет место быть, это вообще-то ну, нормально, но организовать свой быт очень трудно. И плюс, знаете, что получается? Допустим, вегетарианство и сыроедство. Вот я занимался сыроедением летом, знаете. Прекрасно. Стройненько, все, сил много. Осень нормально, зима. Вот примерно зима идет, январь уже. Но что-то не то. Я там капусточку ем, морковочку ем. А знаете, с носа побежали сопли какие-то такие, как вода. И что-то тут мерзнуть стало, что-то вот такое, ну что-то не то. Вот. И потом до меня доходит. То есть продукты, они обладают определенными качествами. Вот эти продукты, допустим, морковка, капуста, ну листовые, они растут летом. Летом они растут, солнце их печет, арбузы, там дыни, и они против высыхания борются тем, что себя оводняют и охлаждают продукты. Мы же зимой, когда холодно, эти продукты потребляем, оводняем, охлаждаем, мерзнем и сопливаем. То есть, если хотите сыроедением, то тут и надо много знать, и совсем другие продукты как-то подобрать. И чтобы еще пищеварительная система у вас была. Оказывается, у нас пищеварительная система у всех разная. Если она вот сильная, хорошая, она может. А если она не особо, то, как показала практика, жили здесь, допустим, 500 лет наши предки, 300, 200, сделали какие-то народную кухню, они уже заранее все это дело обыграли, приспособились, вот, грубо говоря, ей исследовать, если мы хотим быть здоровыми. То есть ваша самая важная задача, мы в конце концов, кого питаем, когда едим? Мы питаем клеточку свою, да? Мы питаем отдельную клеточку. То есть вот мы же с клеток состоим, и вся эта система под названием практически организм во многом построена для того, чтобы нормально ее питать. Желудок запасает пищу, как бы сказать, да? И потихонечку он ее выдает, она там через тонкий кишечник идет, всасывается и порциями поступает. Через кровь она распределяется в межклеточную вот эту жидкость, и тут клетки ее кушают, да? Кушают, туда же в межклеточную жидкость они выделяют свои отходники, все это там такое, понимаете? Своеобразная питательная канализация вот эта такая. Чем меньше канализации, тем больше здоровья. Но тут лимфатическая система должна хорошо работать, должна хорошо циркуляция работать. Кстати, некоторые спрашивают, сколько там пить? Существует такая норма, в основном, чем моложе организм, тем он пьет больше на килограмм веса от 30 до 40 грамм. То есть нам хватит 30 грамм на
килограмм собственного веса. А ребенку уже нет, ему надо 40 грамм. Допустим, если я вешу 100 килограмм, значит мне 3 литра воды. Если это будет моложе человек, но уже тоже 100 килограмм, ну, значит 4 литра воды. 30 грамм на 1 килограмм собственного веса. Вот у вас сколько там есть, столько вы и посчитали. Это ваша норма. Но, а вот что касается, ну и возраста, с возрастом мы как-то тяжелее уплотняемся, меньше вот. Да, а что такое старость, кстати? Но это будет. Значит, тут смотрите, чтобы вот вопрос поступил. Если лимфатическая система плохо работает, а ты пьешь воду, то возникают отеки. Значит, смотрите, вот как бы сказать, ну вот такой вопрос задан без каких-то частностей. То есть, чтобы не было отеков, в первую очередь надо ходить. Потому что сел я вот просижу часа два там за компьютером, и у меня будут отеки на ногах. А если я хожу два часа, у меня никаких отеков не будет, да? То есть, видите, в чем разница? Раз. Вдобавок, что мы пьем? Оказывается, самое интересное, вот я не знал, что сладкие напитки, особенно сахар, они сушат организм. И напитки вот типа сахара, крахмалистые такие вот продукты, они представляют собой своего рода, ну, какой-то субстрат, который делает кровь более вязкой. Чтобы она была менее вязкая, лучше тогда, знаете, пить ту жидкость, которая и питает, и выводит саму себя. Это талая вода. Талая вода – это та вода, в которой плавают кусочек льда. То есть поставили тут, допустим, бутылочку, морозилку, утром вынули ее, ну, она чистенькая водичка, тут ничего не надо делать, поставили, в комнате просто поставили ее, вот так поставили, разморозилась 50 грамм. Отпили, разморозилось еще 50 грамм, отпили, и лед должен быть. Тогда она лучше всего промывает, не задерживается, и даже растворяет различные там камушки и так далее, прекрасно очищает кожу, и потихонечку. Не-не-не, послушай, Марина, в тему. Видите, это мы уже будем говорить, приготовление воды. Хороший вопрос. Вы столкнетесь с тем. Я вам сказал следующее. Видите, тут написано «Аква идеал». Питьевая, да? Значит, она уже чистая. Если вы набираете воду, ну, говорят, даже с родника набрали воду, и ее замораживаете, и когда она замораживается, вот вся, и аж горкой становится. Вода выдавливает из себя разного рода раствор, и который становится горкой в виде белой. Либо, если же, мы, допустим, берем 2 литра воды в кастрюльку и замораживаем, чтобы 1,5 литра у нас получилось льда, то вот в эти вот пол-литра как раз переходят вот эти все соли, ну там, та грязь, которая нам не нужна, которую вода выдавила из себя. Вот это вылили, лед ставим, размораживаем и пьем. Если хочется, у нас есть такой понятие, как чувство жажды. Если хочется, значит пить. А если не хочется, не надо. Вот, с водой все ясно стало. Сколько нам надо пить? В нашем возрасте какая должна быть вода? Вот смотрите, какая вода?
самая лучшая действительно вода, которая по всем параметрам подходит, это, конечно, талая вода. Талая вода допустима, допустим, бутилированная вода, родниковая вода, артезианская вода. Но если можно и кипяченую воду попить, не без того. Если вы хотите очистить, как раз вы говорили про жидкости, вот это межклеточные и лимфу, тогда лучше всего пить дистиллированную воду, потому что в дистиллированную воду будет больше выделяться вот этих всех шлаков за счет вот этого осмоса. То есть если вода чистая, а другая, грубо говоря, там вот грязная, то вот эти вот соли, которые, они будут сюда. И в итоге и в этой воде будет столько соли, и в этой. Можем пополам. Поняли, да? Вы нам что-то хотели про старость. Да, про старость не хотите, да? Нет, про старость. Вот бутылированная вода, она при замораживании тоже, там получается белая вот эти воздух. Выбрасывайте. Значит, смотрите, если вы заморозили, лучше всего морозить вот эту бутилированную воду в кастрюле. Эмалированная кастрюля. Вы, чтобы широкая была, потому что если какой-нибудь узкая, вы и лед не вынете, она может вам распилить. Вы, значит, морозите, ну, допустим, поставили в холодильник, у вас холодильник хороший, морозилка. И вода вся замерзла. И горка, и в горке вот эта белая такая. Как снег примерно, да? Берете, да? Под горячей водой она умывается. Вот, берете под горячую воду, прямо струйку на вот это белое, и на вас вороночкой быстренько. А вот это белое, она имеет температуру, как бы сказать, плавление более-меньше, чем лед. Она так само быстренько. Раз, да. Все, как только лед остался чистый, все. Вы кастрюльку оставляете, ставите, она тает, пьете. Так, какой еще вопрос? Про старость. Что? Ну, мертвая живая вода. Нет, они там разделяются по другим параметрам. Щелочная это живая, кислая это мертвая, вот так вот, если там. Ну, это приборчиком делается, вы можете делать. Ну, для питья лучше всего использовать вот, обыкновенную бутилированную воду, родниковую воду, талую воду. И, наконец-таки, соки. Существует сокотерапия. Там вода структурированная. Вдобавок, как утверждают, когда соковыжималка выдавливает и, там, из яблок, из капусты, там, из макуки, то вот эти вот пестициды и прочие там ненужные вещества, они якобы остаются в клетчатке. Вот. Можете соки пить очень хорошо, свежевыжатые соки. Причем пейте свежевыжатые соки, знаете, какие я люблю? И я бы вам порекомендовал, особенно как дева, женщина. Так как у женщин идут ежемесячно кровопотери, и они склонны к анемии, я им порекомендую следующий сок. Вы берете свеколку, сырую свеколку, соковыжималочку раз, и значит, допустим, выдавили, пускай 50 грамм свекольного сока. В эти 50 грамм свекольного сока добавляете, сразу же ставите, значит, соковыжималка, бросаете туда яблоки, вот, и давите еще, примерно пол-литра. И у вас в итоге получается 250 грамм сока. Вот этот сок – прекрасное средство для кроветворения. Кроветворение и наличие биологически активного железа защищает нас от многих там, болезней и вообще делает организм очень сильным. Пример из практики. Приходит на ярмарку в Ростове генералова Линель Ивановна. Ей уже где-то лет 80, не знаю, жива она или жива. И она ко мне подходит, говорит: Геннадий Петрович, так и так, я сдала больше всего крови в мире. Занесена в книгу рекордов Гиннесса.
Я думаю, Нина Леонова, а как вы восстанавливаете? Она говорит, а я, говорит, восстанавливаю вот так. Ну, свеколку, порежу ее на соломочку, целую четверть. И потом ставлю ее в холодильник. И потом с холодильника я ее беру, натираю с яблочком, с капусточкой, с морковочкой, ну что там будет. И съедаю, но ем регулярно этот салат. Каждые 2 недели, как она сказала, она сдавала 0,5 литра крови. И так в течение 50 лет она там целую там бочку там сдала. То ли 200 литров, то ли 300 литров, вот так. У нее есть значок, и все это там показывала, все она сама медсестра. Вот. Ну, по старости вы что-то хотели. По старости. Кто такое старость? Очень полезный сок баклажана, его никто не делает, а он очень полезный будет. Можно и сок баклажана, действительно, все эти соки очень хорошо употреблять. Да, если коснуться дальше питания, я, так как я тренировался там с тяжестями, сейчас еще продолжаю тренироваться, меня в свое время очень волновали эти самые продукты, содержащие как можно больше биологически активных веществ. Вот там говорили, витамин А есть, витамин В есть и так далее и тому подобное. Вот. Откуда, значит, их брать? С аптеки, я помню, там, когда спортсменом был, там поешь различные витамины, потом смотришь, что она моча там желтая, там за ней вот так вот выходит, и толку особо никакого нет. Вот так, я что делаю? Я проращиваю пшеницу, проращиваю легко и просто. Вы это можете посмотреть в целебной кулинарии. Кратко повторяю, но переговаривать не буду. Я беру сразу большую чашку, большую, чтобы туда килограмма 2 этой пшеницы влезла. Мою, помыл хорошенько, это с утра я делаю, залил водой, нет, обманываю, это я делаю вечером. Значит, я помыл, залил водой и оставляю ночь стоять. Ночью она у вас стоит, набухает, утром я беру воду, сливаю, зерно набухшее, влажное. Я его просто-напросто оставляю, накрыл чем-то и все. Там, ну, немножко поковырял, знаете, а то там снизу мокро, а здесь как бы высыхает. Все, к концу дня она прорастает. Я обматываю целлофановым пакетиком и ставлю в холодильник, не в морозилку. Далее, зубы у нас у большинства не такие хорошие, как лет 20 были. Я беру горсточку в блендер. Сладкоежка, чайную ложку меда, ну, могу и столовую ложку меда, стакан кефира, могу еще что-нибудь добавить, там яблочко, не яблочко или еще что-нибудь. Все это перемешиваю, и получается прекрасный завтрак, или там обед, или ужин, если вы передаете. Значит, витаминов группы В, Е, там А. И самое главное, что нет ни в одном витамине, это так называемый фактор роста. То, что выгоняет проклювок вверх. То есть это самая настоящая жизненная сила. И мы ее сразу только хоп, съели. Кишечник отлично работает. Ну, волосы у меня здесь не растут, а здесь хорошо растут. Ногти растут. Значит, потенция великолепная, у женщины, естественно, красота будет, потому что ей тоже нужен витамин Е. То есть все отлично действует. Просто, легко, быстро, стоит копейки. Как кровотворное средство, так и вот это поливитаминное средство. Вот такие вот вещи. Остальное все можно особо не использовать. Но еще я хотел бы вам сказать, да, про старость. Что такое старость? Что такое старость? Да? Это, по большому счету, идут 2, даже 3 процесса. Первое. Мы теряем воду и теряем теплоту. Ну, про жизненную энергию я не буду говорить, потому что это такая, как кто-то верит, кто-то не верит. Но 2 фактора.
то есть тело высыхает и мерзнет. И вот если мы с вами, особенно в нашем возрасте, в пожилом, будем натираться в такую погоду, которая, кстати, погода влияет очень сильно. Вот такой сейчас, такая погода, как сейчас стоит, она сушит организм. И поэтому, чтобы не высушиться, надо смазать тело оливковым маслом. То есть приняли душик, часа за три до сна, смазали тело, все, и она пленочкой меленько покрывает, поры закрываются, вы меньше мерзнете, спокойнее становитесь, лучше спите, лучше переваривайте, красивее будете. И смотрите, мне запомнился такой случай. Я учился в школе, и учитель подошел и мокрой тряпкой там нарисовал, ну, написал какую-то букву. И рядом взял, маслом написал. Так вот эта вот буква, написанная водой, она высохла, а та, что была написана маслом, еще где-то года два просвечивала. Представляете? Так вот, наши структуры, они старятся. На воде структуры будут, естественно, стариться и разрушаться гораздо быстрее. А если мы используем маслица, они разрушаются намного меньше. Сохраняется эластичность. И более, я такую вещь прочитал и потом понял. Вот мы думаем, что... Ну, допустим, если голову маслом там мазать, это только здесь будет. Оказывается, вот в древних книгах пишется, если вы смазываете голову маслом, то оно проходит внутрь, и ваши сосуды там внутри сохраняют эластичность и не лопаются. Видите, как интересно? То есть промасливаете себя и... А масло лучше всего подходит по составу жирных кислот оливковое. Вот используйте оливковое. Если... Что? Одежда. Не-не-не. Это вопросы задают, знаете, вот многие вопросы задают те, кто этим не пользовался. И у кого вот так вот возникает, естественно. Дело в том, что я пользовался и знаю. После душа, там вообще интересный момент идет. После душа, допустим, поры как бы открываются, а потом они закрываются. Так вот, как раз вот в этот момент, когда они начинают закрываться, они все впитывают. У вас первое масло полностью сосется. Полностью. А дальше смотрите. Через день вы еще разок делаете процедуру, опять сосалось. Через день делаете, чувствуете, половина сосалась. Все. Через три дня сделаете. И так вы уже ритм поймете и будете делать. Ну что, вот у нас и подошел, как говорится, каску наш это. А я думаю, если вы останетесь, то остальные тогда два часа, да? Мы посвятим, вот вы будете задавать вопросы, что вас волнует. Насколько я знаю, настолько я отвечу. Я не все знаю, как страна. Как говорится, под занавес, вот когда я занимался методикой «Красивые слова», мне еще одно пришло стихотворение, которое, на мой взгляд, еще более сильное, и как бы сказать, ты удосужился того, что на тебя действительно обратили внимание какие-то космические силы, и с тобой, так сказать, они тебя это, проговорили. Проговорили они вот так. Я мера мироздания, и глубина, и ширина, и воплощение знаний, я корень слов, источник жизни и мировой.